С наступлением нового учебного года родители должны побеспокоиться не только о комплекте школьных принадлежностей, но и о безопасности своего ребенка. Нарвское отделение полиции совместно с охранной фирмой Securitas выставляет патрули на пешеходных переходах, которые не регулируются светофорами. Цель нашего превентивного мероприятия – еще раз привлечь внимание водителей для того, чтобы они вовремя снижали скорость и уступали дорогу пешеходам. Также привлечь внимание пешеходов, чтобы они переходили дорогу только в том месте, где разрешено, то есть по пешеходному переходу. Взрослые пешеходы являются примером для детей, и именно их нужно контролировать в первую очередь. Поэтому Нарвское отделение полиции будет проводить очередной проект, который называется «Школьная дорога». Детьми будут заниматься полицейские, будут в реальных условиях показывать, как правильно переходить через дорогу, в каком месте нужно переходить через дорогу, что ребенок должен учитывать, когда переходит через дорогу. Для этого будут проводиться специальные занятия, и каждый ребенок получит дорожную азбуку в подарок для того, чтобы дальше мог заниматься вместе с учителем, учить правила дорожного движения.